Hello, it's Гуцман. It is a Max Biscuits of Game Edge Waves. Да, всем привет. Блин, зря я так сделал. Я покажу тактику, так это сыграем. Сегодня, наверное, будем качаться очень быстро. Ссылка на прошлую серию оставлю в описании. Там вот подписка на данную серию и эту серию тоже. Обязательно. Так, по-быстрому берем, значит, ресурсы, когда будем заниматься с этими делами. Там он такой хайп. Ну, я думаю, некоторые уже из вас знают. Это все нормально. Знаете, что нам не хватает? Войны. Вот именно. Нам не хватает войны. Может, давайте сразу возьмем покачаем кое-что. 3 минуты. Давайте качните. Я возьму обучалку. Качаю обезьян. Ставь лайк, подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. Ссылка на канал мой тоже в описании. Пиши, если вам не нравится эти игры, Edge Waves, или нет. Родригрес! Родригрес, блин, как его выходить? Родригрес. Привет тебе. Вау, здесь сегодня новый персонаж, е. Как вам такое? Как по мне, это очень круто. Бом! Медаль Мервик. Потом за медаль Мервик что-то получим. Похвали и награды. Надо улучшить, нравится. Вождь вашего клана просит вас сказать несколько добрых слов о нашей игре. Нравится, конечно. Вроде бы я ставил там лайки. Друзья, давайте вместе с вами поддержим данную игру. То вот, видите, все нормально. Все. А, подарочка нет? Ну, блин, на GBX. Подарки вот не раздают, не всем. Ну, точно не всем. Но некоторым, может быть, и раздают. Выходите, то сами развивайтесь, там ничего не бывает, прям так нечестно. Ну ладно, что ж поделать, новый Родригрес, можно его взять в деф, конечно. Насчет деф там никого нет. Так, сегодня мы, наверное, качнемся. Прокачка, запуск, там ракеты вроде бы получаем. 8000 у нас наград. Тоже очень хорошо, но, блин, это маленький наш городочек, но есть еще получше. 10, 9, все круто там. Знаете, то чувство, что я не в клане. Кстати, тут есть одна игрушка, можно тут уже поиграть, и когда вы сделаете новый мировой рекорд 7000 больше, то вы сам получаете еще гейм в дискорде. Только вот я не знаю. Алло, где это? Телевизор, вот тут должна быть. Музыка есть, да, все есть, но что-то не хватает, игра не хватает, а? Ладно. Новый Родригрес. Смотрите, прям на всех моих игр мне прям вот такие подарочки дарят. Это очень хорошо. Покажу вам я еще свои профили. Давай, 11 новый персонаж. Кто не знает, тот покажу. А кто знает, то смотрите. Продолжение следует. Edge Waves. А, да, я еще не знаю, как ролик назвать, но я потом нужно назвать. О, кстати, распродажа самая классная, на будущее, так, может, у нас тут миллионов, нужно что-то выдумать. Я вам рекомендую сюда лазить, повыше. 70%, классно. О, 30%, выгодно, выгодно, как я понимаю. Выгодно, если тут по 20, да? Да. И если тут еще эти ускорялочки. Вот же золото, а железо. Бочки можно, конечно, потратить, но я думаю, пока что нам не нужно тратить. Давай, новый персонаж. 500 тысяч железа. Можно где-то качнуться, кстати. Так, 20 минут. Это долго для нас. Вот. 5 минут. Бом. 45 секунд. Очень шикарно. Так, давайте. Путь. Кто-нибудь. Там один чувачок, видите? Так, давайте 400. Давай, давай, собирай. Даже его не заметил. Ставь лайки, если тоже не заметил. Ссылочка на Discord. В закрепленном. Закрепленном комментарием. Ну и же в поиске Max Risk Edge Waves. Да, Max Risk Discord. Так, а пока что я хочу декорац построить. Что у нас тут есть? Украшение. Куда я строю? Да не, не нужно. Украшения, да, ресурсы, ну ладно, каменные тропиночки. Ну зачем, пиши контракт, дай мне их поставить. Может быть, я не умею строить, я умею что-то типа того.
О, мой, да. Ладно, шучу. Опа, это подарок. Да, одна минута. Хоть что там? Что там? А, батарейка. Время прикрытия. Производство пищи. Стоимость 5 часов. Что это значит? Зарядите голопроектором. Голопроектор. Батарейку, чтобы получить ресурсы. Бонусы. Блин, а чуть не забыл про это. Окей. Поверите, сколько батареи использовать для зарядки. А, мне их, кстати, очень мало. Дополнительные ресурсы, блин. Стоимость 5. Давайте, часик. На. Все, получу ресурсы дополнительные. Йо-хо-хо, получай. Вау, класс. Все, хватит. Получили. Так скажем, дополнительные батарейки. Применить. Не, ну я потом уже. Класс. Так понимаю. Качать силу. Щит. И что-то у нас еще есть? Ярость воина. Ну, так мы это использовать не будем. Ну что ж, друзья, я бы, знаете, что хотел? Я бы хотел напасть на кого-то. Получить еще. А, купить нам вот эту карту. Окей, я посмотрю на целую карту. Может, там уже захватили, что-то происходит. И я такой не в курсе, чего там, блин. А, да, посмотрим. Да, тут много, давай включим. Вау, замес происходит. Сейчас летых вообще синий разрушают. А мы, наверное, просто качаемся. И все, блин. Блин, тяжело играть, Джейбс, тяжело. А ну-ка, исследование, давай тут. Пум-пум-пум-пум-пум. Короче, круто здесь. Жертвует своим драгоценным камнем. Такое забрать, построить. Ну, тут какую-то штучку построить. Хоть где-нибудь. Стоп, да, здесь я знаю, что нельзя. Да, как-то назад. Назад бы нужно было. Домой. Да, это безопасно, как я понял. Кстати, уже точка. А, это моя точка. Ну, корол там, блин. Корол там. Ну что, готовы четверный бой включить? И, возможно, что-то получится, блин. Я так думаю. Сейчас. Смотри, значит. Как их отзывать? Отзывайся. Там, второй отзывайся. Там, третий отзывайся. Все. На базу. Посмотрим, как они возвращаются. Давайте смотрим. Первый пошел. Медленно и уверенно. Уверен в себе. Так, с моим персонажем видим. Давайте прокачаем их талант, потому что скоро у нас будет битва. Очень жестко. Так что советую нам прокачаться. Скорость сбора пищи и железа. На это нужно увеличить урон стоимости башни по стеносламам. Не а. Увеличить защиту войск. Два увеличим, почему бы нет? Хоть где-то, но я смогу помочь. Все. Это уже все вычерпано. Лучший навык. Давай. Максимум, отлично. Скорость войск. Урон активного навыка. Такое, да? Защита громил. Громил под предводительством героя. Наносит кончиком на 3% больше героя урона. Круто. Сколько? Больше урон. 3%. Атака громил. Да, кстати, громила тут, наверное, самый лучший, поэтому прокачаем. Усилить скорость войск. Включить скорость войск. Скорость не нужна, нам нужны воины, куча воинов. Включение войск. Включить максимум число войск. Да, лучше. Это очень тоже главное, да, еще лучше. Красавчик. Экран, чтобы мы его смотрим. Если войска становятся из... состоится из бойцов трех или больше типов, то он не получает на 9 меньше урона. Не, ну это опасно. Я так не умею разделять под каждый уголочек. Забираем призыки. Приз. Также забираем то, что мы что-то выигрываем. Я уже все получил, поэтому все окей. Скажете, зачем я сражаюсь? Ну так по кайфу. О, пятерочка. Давайте пятерочку. Сначала. Тыщ. Как вы знаете, проще простого говорю. Стоп, так, честно. Два.
сейчас их разрубят, а мы тут типа входим, а тут уже ничего нет. Ну, блин, это что-то. Так, давай 16. Проще просто, победить сложно. Вот, победить сложно хай будет. Для начала низко, я не хочу, а то отряд упадет, все. Победить сложно. Четвертый. Победить сложно. Равные силы тоже не хотим. Ну и четвертый. Никаких шансов. Да есть шанс, все есть. Так, смотрим битву. Что они делают, друзья, как думаете? Они прям от всех всех сторон уворачиваются. Очень опасная битва. 4 против 1 орды. И, конечно, конец. Хована прокачка, чтобы... О, блин, вау. Битва, наверное, вообще шикарная. Вау. Победа все-таки пришла нам в руки. 4000 вроде бы так уж много. Что там? Все, после этой данной битвы нам куча воинов дали. Давайте берем бесплатного персонажа, давай. Новый персонаж, давай. Ага, ну, хоть опыта. Кстати, зачем мне нужен мне? Потом подумаю, зачем. Так, вроде бы здесь еще не были. А, да, это уже все скрыл. Они с вами были. Вроде бы такой данный ролик получился. А себе за просмотр. С вами Макс Риск. Смотрите следующие ролики. Всем удачи, всем пока. Улучшите. Пока.